Вот так вот, короче, всю ночь слушали вот эту ересь. То есть даже на лодочке не можешь спокойненько расслабиться, нормально поспать. Вот такие песенки нам закатывали. Видите, ребят, петухи — это наше филиппинское все. Вот он, портик города Себу. Видите, высоточки какие-то появились. Здравствуйте, ребятушки, всем finger hat. Короче, прибыл я в город Себу. Вот, посмотрите, новые люди сидят. Иду по району, называется район IT-парк. IT-парк, что в нем такого IT и чем это парк? Я так понимаю, наверное, много компаний здесь работает. То есть здесь есть перемешка вот с вот этим видом. О, вау, тут еще Африка. Finger. Ребят, пойдемте пообщаемся с африканкой, да? Прикольно, шоколадочкой. Окей, okay, I'm coming. Wait for me. Так, ребят, о, боги! Так, одевай маску поплотнее, общаемся. Вау, хэнсом! Саламат Магай, боги! Where are you from? Canada? Kenya? Oh, I thought from Canada, but it's okay. It's kind of similar, you know. In Canada, it's a little bit cold, but in Africa, it's a little bit warmer, huh? Yeah. Yeah. What are you doing here? I probably saw you on Tinder the other day, no? Do you use? No? No, I don't use Tinder. Ah, okay, sorry. Yeah, because I saw, like, a beautiful lady look similar with the haircut. Yeah. Yeah. And then yesterday I saw another guy in the park. Also probably from Africa. So quite a few. There is a big diaspora in Cebu, right? Yeah, many people, Nigerians, uh-huh. Everywhere. Uh-huh. Yeah. In Cebu. Yeah, because it's my second day, so I don't know much about the city. Oh, yeah. Really? Yeah. I've been here for many years, like 3. Ah, okay. Yeah. Stay where? Do you use any social media or something? Instagram, WhatsApp? Yeah, I'm on Facebook. Okay, what's your Facebook? Can you show me your account ID and I will add you later on? Oh. Yeah? I didn't carry my phone. I don't Okay, so let's type it in to my phone. One moment. Finger hat. Keep in touch. I'm going to see you later. Okay. Bye bye. See you guys. Pogi. Саламат Магай. Ребят, ну что, надо знакомиться, в общем, с местными ребятами. Я как раз живу возле этого перекрестка. Как видите, магазин. Чем знаменит IT-парк? Вот такие здания, ребята, на контрасте. То есть здесь не только IT-парк, который вы видели позади меня, но здесь еще вот такие здания. И, собственно, дальше я вам покажу. Через дорогу там такой парчик. Вот. А здесь есть кафе, где я сейчас буду завтракать. Покажу вам цену. Ребят, бюджет будет порядка $2. За $2 можно будет перекусить. Но я считаю, для себя это нормальный ход. Кондиционер, Wi-Fi, свет, тихо, уютно, $2. Еды немного, но и цена, ребят, тоже, извините. Good afternoon or morning. What is it? Welcome back. Yes. What is tasty today for breakfast? Sausage. Sausage? Okay, I would like sausage, but can we add some egg there? Yes. Okay, sausage and egg, yeah? Such a lovely, long sausage. Yes. I didn't expect it to be so big. Thank you very much. Ребят, зацените, вот такая сосиска, короче, с яйцом. И все это стоило что-то до $3 вместе с кофе. Ребятушки, в общем, нормальная была сосиска, такая остренькая, прикольный вкус, насыщенный. Насыщающая. Вот. Вышел. Такси такое именно. Наяривающее. Thank you. Покажу вам парк через дорогу.
Здесь, видите, автобусная остановка Аяла Молл. Это новый, который построили. Здесь есть большой прикольный Аяла Молл. Я вас туда отведу попозже, покажу, что там да как. Я как-то, когда я там был, там 4 или 5 лет назад, я видел, там классные девчонки собирались, и они просто ходили. Некоторые в кафе сидели, а некоторые ходили. И я по ним видел, что они ходили именно с той целью, чтобы, ну, познакомиться. То есть это их там место для знакомства было. Вот. Здесь вот такие дешевенькие места относительно. Вон Миско, шашлычки. И вот, собственно, ребятушки, парк. Парк здесь по определенным дням вот там проводят эти ночной маркет с едой. Джереми Австралиец меня вчера приглашал туда, но там было, получается, ну, не было этого ночного маркета, и поэтому мы пошли вот в это место. Вот оно, Баффало, короче. Куриные крылышки американские. Ну, он австралиец, девушка у него филиппинка. Здесь такая интеграция Америки и Филиппин, поэтому оно не мудрено, что они сходятся на этой еде очень-очень бодро. А я, ребятушки, сейчас направляюсь к сэру Джереми навстречу. Он здесь ходит в качалку, записался, давно не ходил, хочет подскинуть вес. И я хочу тоже пойти в качалку, потому что я давно не был в нормальной качалке, хочу покачаться. Сейчас я покажу сэра Джереми, возможно, если он захочет, не знаю, не уверен. Но качалку так быстренько, я думаю, засниму. Так, ребятушки, ну, значит, качнулся, покачал сегодня руки, бицепс, трицепс, ну, так, чисто легонько, легкая тренировка, потому что только начинаю входить в форму. Что-то никто в интернете так особо не реагирует. Вроде лайки иногда ставят, но что-то навстречу никто не сильно не торопится. Не знаю, хотелось бы, конечно, уже с кем-то познакомиться, да нормально вместе где-то потусоваться, погулять, поисследовать Сыбу. Друзья, это все, конечно, хорошо. Кстати, сейчас здесь... Thank you. Сейчас здесь есть и Джереми австралиец, и Филипп француз, так что, в принципе, компанию-то мне найти можно, если мне будет совсем уже скучно. Ну, я не думаю, что мне здесь, правда, будет скучно, во всяком случае, я на это не надеюсь. Но найти какую-то прикольную девчонку было бы нормально. Качалочка, ребята, кстати, мне не зашла абсолютно. Это, короче, сеть Anytime Fitness. Они вроде как по всему миру, я не знаю, но по всем Филиппинам так точно. Я был в этом клубе, в таком, в городе Илоило, и там, ребята, побольше было и места, и машин. На ту же спину было побольше. Все как-то было там повеселей. А если оно как-то так скучковано, ну, мне, в общем, не понравилось. Я бы сюда не хотел ходить. Можно покачаться, если есть желание, но если есть выбор, я бы выбрал что-то поинтереснее. Цена на месяц $70. $70, если берешь карту на месяц, если берешь карту на полгода, то будет $50 за месяц тебя возьмут. Ну, придется отдать $250. На сегодня, в общем, никаких грандиозных... Блин, не успел приехать в Сыбу, меня здесь уже знают, короче. Алло, Флоги, how are you? Флоги, Кайо, Флоги, Кайо, хай! Окей, Кайо, see you later. Bye, bye, bye. Мэнни Пакьяо. Мэнни Пакьяо. Вот, короче, планов таких грандиозных никаких нет. Живу я здесь, вот поворот. Вот здесь по этой пыльной грязной дороге стирка. Закинул стирку. Сейчас покажу вам, что я ем на обед дешево-сердито. Что-то типа вот такого плана. Вот, но только закрыто, чтобы пылью не дышать. В принципе, так бы я и здесь попробовал, просто не хочу дышать пылью. Думаю, цена будет примерно одинаковая. Но цена еды... Тоже, вот я вчера ел доллар, ну там чуть-чуть дороже, там доллар там и 3 цента, я не знаю, там или сколько там. Вот. По вкусу мне еда понравилась, то есть я там съел и салатика, рис и этот, и мясо. По-моему, говядина была на кости. И мясо было мягкое, прикольно, мне понравилось. Сейчас вам покажу. Вот, собственно, я к этому месту уже подхожу, сразу покажу вам, что здесь в меню сегодня.
Видите, различные салаты. Вот я такой сегодня себе закажу, я сразу его вижу, да? Вчера ел что-то типа вот, вот того плана дальнего, да, зеленый. Вот, я ел, по-моему, вот такой прикольный. Ну, что-то из этого сейчас выберу. What is it, chicken, yeah? Hello. Is it chicken? Do you have beef or fish? What is this fish? What is it called? You don't know? Короче, человек не знает название рыбы. Давай попробуем. What about this? Do you know this name of the fish? I don't know. You don't know? Короче, ребята, вот так, как вы видите, люди торгуют, сами не знают, чем торгуют, какой рыбой, каким мясом. How much does the fish cost? Price. What about this fish? Okay, one this fish and one this fish. Не, ребят, наверное, этот салат я не буду. Наверное, я закажу себе что-то такое более проверенное. And this salad, yeah? This and this. Two salads, yeah? То есть, вот такие дела. Сейчас посмотрим, как это будет все на вкус происходить. Ребят, путем, короче, долгих уговоров и каких-то манипуляций непонятных с заказом, все-таки мне удалось заказать. Я, понятно, тыкал пальцем в те виды еды, которые я хотел заказать. И озвучивал еще. Вот я говорю, вот этот салат, вот этот салат, вот эту рыбу, вот эту рыбу. А мне потом спрашивают, один рис? Я говорю, да, один рис. Ну, рис типа одну порцию, да, одну порцию. Рис на кинула стоит, я говорю, ну, можно мне там это? Тебе курицу? Я говорю, нет, я же просил рыбу. А, дала рыбу. В общем, короче, со второй попытки второй человек пришел, нормально отслужил. В общем, рыба, два салата, рис, ребята, $2 ровно, 100 песо. Сейчас попробую на вкус. В общем, отломал кусочек рыбы. Короче, по запаху напоминает что-то типа нашей консервированной, как килька консервированная, да, или там шпроты, вот запах шпротов. И, кстати, вкус консервированный такой, как это, бычки в томате. Наверное, запах тоже как бычки в томате, прикольно, ребята. Так, в общем, я перекусил, нормальная еда такая, легенькая, рисик, рыбка, салат, все четко, дешево, сердито, практично. А главное, быстро, пришел, пальцем потыкал, ну, я знаю... Некоторые идут, то есть по виду уже можно определять, когда в Азии живешь, уже примерно знаешь, эти салаты с кабачками, с этими зелененькими какими-то шпинатиками там или что это, я не знаю. То есть я вкус знаю уже давно, и они везде примерно одинаковые, по, там, что в Таиланде, грубо говоря, что там на Филиппинах, здесь по Азии, вот. То есть потыкал, выбрал, поел, то есть знаешь, чего ожидать, нету в этом плане такого какого-то, знаете, неожиданности. Сейчас покажу вам свою гостиницу, я там, кстати, не договорил. Вот, на сегодня план такой, посмотреть какие-то гостиницы, воспользуюсь советом, думаю, или воспользуюсь советом Филиппа, или еще сам просто посмотрю. Слава богу, время позволяет, особо торопиться так некуда в этом плане, поэтому сейчас пока здесь, но думаю, день-другой буду просматривать другие варианты, тоже здесь где-то рядом, потому что я не совсем удовлетворен, здесь стройка, но я вам, в общем, сейчас покажу, вот. Думаю, что можно за эти деньги найти что-то повеселее. Во всяком случае, попробуем. Сейчас я вам устрою рум-тур. Home look. Вот моя комната. Короче, вот такой диван, нормальный матрас. Получается такой, как он принимает твою форму. То есть в меру жесткий, в меру мягкий. То есть, ну, прикольно. Я не помню, как там она называется. Вот вид из окна, здесь стройка. Ну, это тихая сторона. То есть я узнавал, стройка вот там. У меня окна выходят не на стройку, то есть довольно, ну скажем, тихая сторона, должно быть потише. Кондиционер лупит как дурной, вообще, короче, холодина. Там да, я выставляю минимально, на минимальный этот режим, здесь, короче, меняю эти вариации. И отправляю его дуть там в сторону, все равно холодно. Вот такая ванная. Так, сейчас ставлю свет. Стоит 1200 песо, $24. $24 в день. Вот, здесь вот такая... Душевая, нормальный напор, холодная горячая вода, туалет, зубные щетки, расчески, ушные палочки, все они здесь кидают. Нормальные полотенца, катоновые или как они там. То есть все вроде неплохо. Вот, ребят, такая тема. То есть, короче, пока кто внимательно следит за каналом, за инстой видят, что я пока осваиваюсь, встречаю своих друзей, сэр Филипп, австралиец, вот, сэр Джереми, короче, думаю, куда пойти, что заснять. Уже как бы немножко по городу прокатился, чуть-чуть подснял небольшого контента, так. Школа, то место, где я жил, вот, то есть сейчас пока располагаюсь, отдыхаю и занимаемся поиском контента. Оставайтесь на связи, будет много интересного. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал,
Пишите комментарии. Если иногда не знаете написать какой комментарий, просто поставьте плюсик. Плюсик зашло, минусик не зашло. Давайте так. Поги, фингерхард.